Всем привет, с вами Дарк. Итак, это продолжение третьего Dark Souls. Здесь на стене лотрика. Так, а куда нам, собственно говоря, идти? Добро. Что-то я косой какой-то. Так, а эти не встаешь, судя по всему. А это виверна окаменевшая, судя по всему. Сгоревшая, вернее. Какие-то звуки, крики, сопит. Так, он стоит кто-то за ящиками. Думает, я не вижу, да? Конечно. Так, ну не зря я стамину увеличил немного. В общем-то хватает на несколько ударов. Так, а это что там? Ладно. А это как взять? What the fuck? В прыжке? Откуда-то оттуда. А если на дракона запрыгнуть? Так, получается нам только вниз. Интересно, есть ли тут стены, потому что... Наверняка есть, это же Dark Souls тут. Все по тайных стенах. Так, а тут еще... Летчик. Блин, отстаю вот эту курю, понимаешь? Еще арбалетчик, куча, толпа идиотов. Враги более резкие, чем во втором Дарке, да и тем более в первом. Поэтому против четверых сразу выйти, это тупо. Что это было? Черт, виверна жила.
идет. Главное, души идут. В общем, стоим и фармим. Тоже что-то было хорошее ведь. Горит. Ой, мать. Это он суровый. Твою мать, блин. Чё ушла? Да твою мать, щит пробил. Ладно, мы в принципе в угольной форме, да я думаю, не стоит уголь применять пока что. Блин, это тетя, она сейчас их оживит. Пока что мирная. Это кто тут? Неплохо здесь отоваривает, надо сказать. Время пришло, перекат. Что-то
Так, остается вопрос, что сделать с тем рыцарем. С драконом понятно, что делать. Проходит. А это кто? Что за шустрик? Так, тут куда-то дорожка идет кривая. Так. Вижу раз, вижу второй. Ротики метаешь на меня. Так, там лестница куда-то вниз. Тут дорожка какая-то кривая. Черт, жуткие звуки какие. Так, тут виверны нет? Какой? Нет, а тут кто-то есть. Наше дело спам. Спамить ударами и все. Так, а это мирные, да? Ох ты твою мать! Это кто? Откуда ты не возьмись? Что-то пятна крови, на? Ничего не предвещает нам хорошего. Так как умер. Пил, пил, кувыркался, умирал. Ты гад. Возможно. Может помочь огонь. Как ты, твою мать? Черт, стой! Что-то неверно жила. Такое, что похуже. Говорят, огонь помогает. Пипингакер, а?
Такой же, как судья. Творю. Как всегда, блин. Перекрестие. Пока он говорит, быстро загонял. Хорош. Но вообще оно только когда горит, блин, дамажится. Японский катафракт, а? Тут ящик сигнал. Тут. Так, с этой тварью что-то надо делать. Етицкий квадрат, а? Да твою мать, да что за пернёвость? Да, сука! Так, где эти два урода-то? Так, ну ладно. Сколько там? 3000 душ? Просрал, ну, что теперь? Такова жизнь. Так, где тут? А, вот. Давай, иди сюда. Так, вот сюда заходим, а тут вылезает. Ага. Нормально ты устроился тут. Так, вроде все, я не помню, или третий был. На помощь другу пришел, да? Три бомбы. Мне пипец, я не пройду эту хрень.
Еще три бомбы. Как же я упал тут как дурак, а? Ну нихера себе! Да что за... Символизирует вот эти вот скульптуры. Ой, а тут-то что происходит? Блин, там еще одна баба ходит. Так, а виверна сюда не дышит, да? Они все спят наготове, смотри-ка. В общем, эти красненькие оживают. А души там не идут. Ладно. Молятся они здесь, понимаешь. Черт, а тут какой-то этот. А, нет, тут обычный. Я думал опять какой-нибудь рыцарь. Пишут. Слава, роскошный вид. Ну да. Слава, как всегда, роскошный вид. Бинокль. Ни хрена себе. Но он мне не нужен, в принципе. Разве что осматривать окрестности. Чё-то как-то у меня спеси вообще поубавилось. В первой части что-то я так хоп туда бесстрашно шел. Теперь я попал на какое-то чудовище, блин, горимое. Не могу его никак одолеть. И не одолею ни хрена. Хм, 666 душ у меня. Значит, я, наверное, сейчас ее это быстренько убью. Так, ты Эстус там попил, да? Ах ты, и успел садить такие в одно место. Молодец. Арбалетчик лучший просто. Капец, от рыцаря умер. Побили. Чудовище убивает. Что за жизнь пилигрима? Надо быстрее проскочить, иначе этот придет.
Ладно, мы его потом отовали. Сейчас что-то, мне кажется, силы слабые. Так, где там этот... На голову ему шмяк. Блин, фантом испугал. А! Что это такое-то? Кто это такой вообще? Алибарщик. Ух ты, как он, какой он молодец. Собственно говоря, здесь мы найдем. Может, бомбочки хотя бы? Запертый там рычаг. Отлично. Слава, перепад. Там какой-то подозрительный балбес стоит. У него есть бомбы. Так, а это что такое? Панцербрейхер. Вообще какая-то... Какая-то темница, если честно. Так, что такое панцербрейхер? Кинжал. Ну, типа кортик, что ли? Типа кортик. Нам, в общем-то, не подходит. Метательные ножики. Так, что-то я уже куда-то не туда пошел, хотя... Вообще мне бы костер не помешал. Если честно. Ну ладно. В общем, да. Что делать с этой психопатической херней? 4 бомбы всадил в нее. Может, ее нафиг пробежать?
Блин, ну что я творю-то, твою мать? Да твою мать, ну что за происходит-то? Куда мои души делись? Вообще там лестница вниз была, я пойду вниз нахер тогда и все. Я манал это дело. Она теперь по всему замку будет за мной бегать, да? Так, арбалет. Ух, передышка. Никого. Вашу мать. Отлично просто. Так, ладно, бомбами мы пополнились. Мне бы костер. Тут нет костра нигде. Шаги подозрительные, скрипы. Черт, а внизу там картина, конечно, маслом. Даже не хочется спускаться. Так. Что тут вообще за дела? Четыре тысячи 400 душ. Что я могу вообще-то сделать? Интересно, я одолею этого хера с копьем? Может, с ним спарринг устроить? Может, за ним как раз и костер там дальше? Да пошел ты, хрень! Своим щитом тыркает тут. Да чтоб тебя, блин. Разорвали черти просто, блин. Я не знаю, уроды кусок. Разбегается, разбегается, блин. Пушай, блин. Свингер драный, а? Да почему бэкстап не ставится? Я не понимаю, что за бред? Чудище наверху так и ходит. Интересно, если я присяду на костер, он успокоится? Так, библиотека. Так, что пишут-то? Осторожно влево.
Так, вообще-то я сюда хотел сходить. Твою мать, и тут нету, и там нету. Ну все, надо нам к костру срочно. Ах ты твою мать. Не, ну тут каждый враг обычный, отдельный. Просто жестяной воин. А мы бегаем и со самбой занимаемся. Надо забирать души. И к костру. Возвращаться, вернее, не к костру, в храм огня и качаться там. Ах ты чмо! Я не знаю, как тут еще играть. Сейчас это чудище станет. Мы одних всех свалили. Ну как это всех? Где мои души были? С этим копейщиком. Может, он больше не появится? А, вон он, мои души. Сука. О, это кто? Тот с копьем, да? Ладно, иди во чисто поле, получи бэкстап. Потому что я тебя знаю теперь. Тебе убивать? Чепушлак. Да ты прихуел! Так. Вот это вот чмо еще стреляет сразу в упор просто, блин. Так, пойдем разберемся с этим копейщиком гнусным, который пришел просто не в тему. Где-то прячется там в глубине или нет? Давай разберемся.
ты своим щитом тоже перец махать. Так вот не хотел. Осколки титанита. Так, тогда куда-то вправо, тогда куда-то влево. Куда идти-то? Так, тут мясник. Чепуштолок. Кстати, я тут вот эту вещь заметил. Что пишет? Впереди враг. Там вон, да, враг. Какой-то предмет. Ух ты. Талисман охотника на нежить. Лишает тесту целительной силы небольшом. Талисман Ллойда. Короче, да. Так, тут кто-то вылез тогда, меня накостылял. А сейчас-то где они? Сколько титанита. А сейчас их нету. Как так? Комната, я просто шел тут и уперся в осколок титанита. Осторожно влево. Собака раз. Собака меня почуяла. Ладно. В общем, ладно, друзья, я думаю, на этом мы завершим. Сегодняшнюю серию. В следующей я начну, наверное, где-нибудь с этого зала. Спасибо за просмотр. С вами был Дарк. До новых встреч. Пока-пока.